Радостно и одновременно грустно. Будущим солдатам из Нижнекамска предстоит продолжительный путь до места службы. Там они проведут целый год. 14 призывников и еще десятки сопровождающих у военкомата собралось порядка 100 человек. Это отправка первая во время осеннего призыва. Всего за 3 месяца вооруженные силы отправятся около 300 молодых людей из Нижнекамска. В военкомате введен обязательный масочный режим. Перед отправкой всем призывникам измерили температуру. Слова напутствия по традиции произнес военком Фарид Мингареев. По словам офицера, этот период в жизни для всех юношей станет полезным и познавательным. Это не просто исполнение конституционного долга. Это школа, школа мужества, школа самостоятельности. У многих ребят, к сожалению, за плечами вот этой самостоятельности нет. Теперь они в течение года сами будут устраивать отношения без помощи родителей, подсказчиков, устраивать отношения со своими сослуживцами. Из Нижнекамска призывники отправились в Казань, откуда будут направлены войска для последующего прохождения службы.